Выезд с поселка Ленинского. Абсолютно никакой дороги нету. Все закрыто, снегом все завалено, ничего не прочищено. И никаких действий для этого вообще не принимается. Минуты. Пожалуйста. Люди еле ходят. Ну. Вот. Пожалуйста. Люди идут пешком. Ближайший населенный пункт. Чтобы приобрести хоть какие-то продукты домой. Так как у нас нету дороги вообще. Ни школьный автобус, ни скорая, ничего к нам не пройдут. И дорогу к нам, к сожалению, никто и не чистит, и не собирается чистить. Вот. Уважаемые наши администрации, просим вас нас услышать и принять меры по расчистке дороги. Плохая. Боже мой. Наша администрация ничего не предпринимает. Дети не учатся уже в школе. Половина января не учились. Так что как дороги нет у нас, почистить не ахти, вот. А сейчас вообще тут можно и ноги переломать. Ой! Дорога вообще в ужасном состоянии. Ни скорая, ни газель, ничего не пройдет. Как вот быть-то? Деревня, в которой живут и пенсионеры, и дети, учащиеся. Как нам вот быть? Просим вот вас обратить внимание на это все. Прислать нам технику, помочь, расчистить нам дорогу. Людям нужно лекарства и все прочее. Кому в больницу? Детишкам в школу. Ну, помню, как... Я боже. Батюшки. Ну вот прям препятствие скалы какой-то. Завтра в итоге ничего. Ну вообще невозможно.